Ну а сегодня нам предстоит победить танцовщицу, видимо, потому что других боссов я просто не помню. Но есть, кстати, еще один, где... Ну... Видимо, опять локации проверял, да, есть еще один босс. Тоже долго потратил много времени. Матчинг. Неплохо сыграно, братцы. Это вот это было, муа, вот вообще. Хранитель бездны, классный босс. Вторая форма, не знаю, забакованная или что-то такое. Это тоже просто вот 10 из 10, прям вот бальзам на душу. Остальные... Вот, дальше спасибо вам за просмотр, братцы. Это была победа над танцовщицей из... Танцовщицей... Но мы с вами услышимся наверняка на следующем боссе. 60 тысяч мне дали, вот смотрите. Вот, и... Я сейчас, кстати, поменял нас местами, потому что, ну, чтобы вы могли видеть, сколько HP у него осталось. Очень уверенно, очень приятный босс. Я благодарен Dark Souls 3 за то, что я с ним встретился. Вот, и мы в итоге ставим чашу перед, в общем-то, этим рыцарем. И он отрубает себе куртан. Для вас, черная кровь. А, нет, кровь на самом деле красная, по факту, да. Вы знаете эти, да? А, шахматы в Гарри Поттере были. Вот. Она. Хорошо, я думаю, теперь нам понятно, куда идти, по крайней мере. Отец. Чем-то Эстус выпил еще раз, ну ладно. Ой, еще какой-то серый туман. Что ли наш враг? Похож на то. Стисочная конь. Не видно порой ни черта. А типа, как я должен разглядывать? Что я должен бить? А хотя вроде выглядит все не так уж и проблемно. Старый король демонов. Окей. Душа старого короля демонов. Ну, типа... Ладно, босс есть босс. Еще что-то полезно. Костер. Костер это полезно. 25 тысяч сверху. Ну, пойдет, наверное, я не знаю. Это босс был? Точно? Ну, видимо, да. Ладно, еще один босс брался.
тогда спасибо за правду. Я не знаю, как это вообще нарезать. Я типа мимо проходил, смотрю, о, серый туман, а там босс, и я такой... Уголь мне восстановил, и то хорошо. Окей, это может быть опасно. Сколько у него хп, у меня даже представления нет. Даже примерного. Там наверняка где-то есть вот баф и шпин. А, вот так лучше не делать, да? Окей. Что она хочет? Все? Да, все. Ха. Ну, а сколько за нее дужда? А, не посмотрел. Громовой кол и горящий осколок кости. Класс, это прям дрожь земли просто, чё. Слушайте, вот ради таких вещей стоит играть Dark Souls. Просто идешь на тебя вкладит здоровенная гусеница монстр, которая отстреляет тебя санными молниями. И ты такой, типа, почему бы не убить ее? И ты убиваешь. А потом, по идее, босс, типа, ну, босс вообще никакой. Вот эта гусеница, она, ей бы хп побольше, это было бы просто прям... Господи, господи. Хотя я знаю еще одно место, куда мы можем сходить перед тем, как отправиться. А, хотя, чё, почему бы и нет, погнали. Давайте покачаемся. 60 тысяч плюс душа танцовщица, как-никак. Вот, ну а вам, ребят, спасибо за просмотр и... А, там, ставьте луисы. Подписывайтесь на каналы. Если есть желание видеть это на прямой трансляции на Твиче, все зависит от вас, приходите на стримы, и мы обсудим с вами условия смены Хёрстоуна на Dark Souls.